лет. Доходы. Нулевые доходы. Большинство доходов – это родители. Они открывают на румынском, на русском, английском, французском, ну и, возможно, даже встретительной информации. Они проживают в кубках поселков, там в городском. Их проблема. У них нет времени и деньги на то, чтобы тратить их без повода. У них есть эмоциональные проблемы и проблемы со школой и с родителями. То есть на них... Это ваши проблемы. Да. Их эмоциональные проблемы тут имеются в виду, что они могут быть замкнутыми в себе. И это надо решать. Также напряжение, которое между школой и еще родителями. Возможно, родители не позволяют то, что хотят дети, и навязывают свое мнение. Вот мои года было так, а у вас так, мне не нравится, ты не будешь это делать. Понятно. Цели и качества, которые... И ценности. И ценности, да. Провождение свободного времени с пользой. Авторазвитие. Улучшение знаний. И улучшение культуры как личной, так и национальной. То есть тем, что ты знаешь культуру своего народа, ты знаешь его историю, ты повышаешь не только свой уровень культуры, но и уровень культуры своей страны. Но можно еще сказать, что может быть желанием может быть он proud. Он горд своим городом, и он хочет.